Хассельбек Килиба в Советский Союз. Майкл Гроган, Соединенные Штаты Америки. Спортсмену 27 лет. Он чемпион Соединенных Штатов Америки прошлого года. Провел 165 боев. 159 победил. А Килимову 20. Он из города Шевченко, молодого города на побережье Каспийского моря. Вот, неуловимым движением левой наш боксер посылает опытного американца в нокдаун. Выбрал таки момент для удара, которого искал 6 минут. Очень важно развить успех, что и делает наш молодой боксер. Если в третий раз повторится такая ситуация, то бой будет прекращен. Как опасны вот эти вот мощные удары нашего спортсмена. Майкл Гроган потрясен. Прекрасная, уверенная победа. Два раунда Килимов в мягкой манере такой скрывал защиту соперника, всячески стараясь найти ключи к этой защите. И вы видели, стали свидетели уверенно счет жестких ударов, которые принесли победу. Впервые за историю отечественного бокса сразу 4 казахстанских боксера занимают высшую ступень пьедестала. Каримжан Абдрахманов, Серик Нурказов, Серик Кунакбаев и Асылбек Килимов из города Шевченко. Все 4 проявили характер, показали лучшие бойцовские качества. Впереди новые жаркие поединки, полные спортивного накала.